Вот это помню. И когда расплываешься внутри, ты не ощущаешь... Я помню, что я не ощущала контуры тела. Как вроде оно заполняет весь вот этот шар, весь вот этот что-то, Объем. объем. И как исчезаешь, просто исчезаешь в никуда. Исчезаешь, и оно болит всюду. Это не чувствуешь, что нога болит или рука, весь объем болит, все полностью болит. И боль такая, вот, как вроде она, не знаю, как это сказать, как круглая эта боль, она повсюду, Везде, да. она везде. Вот это помню. Чернота, пустота и боль, да. Меня позже взяли, чем тебя, и я должна была позже умереть, но мы как одновременно, или я не помню, чтобы я после тебя осталась. Помню, как заснула, и все, нет уже. Наверное, я просто была маленькая Я еще тогда. всплывал, я много раз всплывал. Меня раз и снова туда тянет. Я помню вот эти большие челюсти, вот эти вот, прям над головой у себя. Как вроде они мое лицо должны съесть, выпить. Вот. Я просто вот вспоминаю, вот открываю глаза, и вот это огромное у меня лицо паука или морда паука перед глазами. Вот это помню, настолько четко помню, настолько вот красочно вот эти вот глаза, вот как у него вот эти вот клыки или как это называется, вот Жвалы так, такая, да? да, вот загнутые вот так. Там две вот так, и одна вот эти, которые яд впрыскивают, вот этот вот. И вот у меня, да, начали с промежности, потом вот середина спины, загривок, и вот тут, да. Даже вот все болит, вот я чувствую еще до сих пор, как на эфирке, вот, следы проникновения. Уже кости все мягкие были, уже в конце, уже даже сквозь череп они мне пробивали. Да, это разъедает полностью кости, все расплываешься, вот просто объем. Это разъедает даже не на физике, а на энергетике. Уже даже души как бы растворяются. Умягчаются, растворяются. В общем. Скорее всего, если какое-то время дольше там находишься в этом состоянии, оно полностью в ноль должно было. Просто мы Очищает пошли души. тем путем, да, чтобы быстрее умереть. Потому что без воды, без еды и вися вверх ногами, это не очень долго там, не проживешь там. Несколько Да, дней, да. несколько дней всего лишь можно выдержать. Хотя там уже времени нет, время выпивает, там уже не знаешь, сколько прошло, да. Это какое-то вот у меня такое воспоминание о той планете, о Дюне, когда мир мертвых. Вот там такое ощущение нереальности, эфемерности абсолютно всего. Ни времени, ни пространства, ничего. Вот тот мир мертвых я запомнила лучше всего. Он настолько ощущаем мной. Вот я, мне кажется, каждой клеточкой его чувствую. И там такое же. Нет ничего абсолютно. Вот такое полное ничего. А нет людей, нет ничего, нет пространства, нет, ну, то есть нет разума. То Да. есть нет ни верхнего, там кон разрушается, ни нижнего. Планеты все распадаются. Хаос. Мы держим, как бы, люди, сознание. Ствол, который соединяет верхний и нижний. Почему я сказал тебе держаться-то? Что я еще говорил? Ну, наверное, чтобы, не знаю, выдержать нужно было. Поддерживал просто. Говорил, что нельзя кушать и пить, это нельзя. Рассказывал много, я не помню что. Не вспоминаю. Просто помню, постоянно, пока могли говорить, было легче. Потому что я не чувствовала так страха, когда ты говоришь, говоришь, а потом уже, когда полностью, ну, невозможно было говорить, тогда уже стало хуже всего. А пока ты говорил, это было проще. Сколько дней я уже провел там, когда ты пришла, примерно. Второй день был. И уже кости такие. Да, второй день был. Или второй, или третий, по-моему, второй вечер был. Мы с утра поссорились, и я убежала. А потом ждала, ждала, меня никто не ищет, вернулась, и тебя нету. И пошла искать тебя.
много еще в пещере было людей. Не помню никого. Или не смотрела больше ни на кого, или не помню. Только тебя увидела. Никого не помню. Что интересно, она была заплетенная очень сильно, как паутиной, и вот немного прорвата. Я знала, что туда нужно идти. Я понимала, что ты там. Как я поняла, я не знаю. Но не была же я собака-ищейка, чтобы по следам нюхать. Ну, как-то понимала, куда. Именно туда. Плоды такие прикольные. Вот эти плоды, помню. Мясистые. Да, мясистые. Такие не... Ну, не такие, как крыжовник там или... А вот именно мясистые. Да, и без косточки почти. Такие маленькие, да, как огурцы. Да. Я никакой вообще был. И сейчас проснулся и... Долго не мог заснуть. Потом долго не мог проснуться. Я еще там. Немножко поразбирал эту магию. Непонятно, как работает, но пойму. Потому что этой магией пользуются религии, чтобы спеленать человека и выпить. Все религии. Идет наложение этих паучих на масонов и на священников, что одно и то же. Да. И разъедание сознания людей. И они сами не понимают, что они делают. Я легла, тоже думала, засну. И как вихрь. То туда, то туда. Думаю, ну нафиг, не выдержу. Села. Сидела. Нафиг. Пошла купаться. Набрала полную ванной воды. Думаю, сейчас смою из себя это все. Нифига. Думаю, да ладно. Я сходил в душ, не помогло. Нужно было спросить, у тебя не лезла бы в ванну, знала бы, что не поможет. Пофигу. Тоже не помогло. Думаю, ладно. Это необычная магия, какая-то квантовая магия. Там код какой-то на расшивание пространства, на вообще Тора. Там даже все пространство Тора, вот где ты есть, где ты был, прошлое, настоящее, будущее. То есть там идет и в прошлую реинкарнацию, и в будущее, всюду. Стирается. Как вот стирание по полной. Немножко поразбирал, сейчас еще надо поразбирать, ладно. Крутая планетка. Да, вообще. Проект классный. Хорошо, что нашли. Хорошо. Не, это больно, я понимаю, но это все равно проработать нужно. Если это не проработать, то... Оно будет тянуть дальше. Там, следующую планетку. Надо сейчас вернуться в прошлое, помочь себе в прошлом. Разобрать. Давай соберемся и проработаем. Ты покушаешь, наверное, пойдешь. Ты голодный?